94 рубля 90 копеек. Ну вот, 10 яиц. Просто нахрена мы набрали целую тележку, если можно было с семян взять и все прям себе, собственно, вырастить. Вот у нас сами золотое наше маслечко. Над нами сжалились, поставили 319 рублей вместо 399. Локалючка очень хорошая, вот 4 соточки за 75 миллилитров локалюты. А тортики вот такие вот замечательные по 1299 и по 1349. Вот такие замечательные тортики. Итог за 3 пакета продуктов, так сказать, не самых премиальных, мы с вами потратили 4000 рублей. Вот такой вот за 329 рублей советский. Спасибо советскому сыру. Он хотя бы стоит подешевле, чем сыр из Киприна, алтайский, 349. Здесь невольно задумаешься взять 1,5 килограмма мяса или 75 миллилитров локалюта, но с такими ценами на еду просто скоро перестанешь покупать еду. А вот у нас прекрасная малина и голубика за 369 по скидке в сердце. Вот такая вот у нас голубика с малиной. Можно тоже вот здесь вот вместо «съешь меня» написать «золотая малина и голубика». Ну вот, например, 150 грамм вот такого замечательного сыра стоит 164 рубля. 164 рубля за... А, даже, кстати, сори, 200 грамм. Выгода 200 грамм при покупке, да. Добрались и до сосисочек. Собственно, сейчас посмотрим, сколько стоят у нас сосисочки. Наши любимые с вами сосисочки. Вот здесь есть замечательные клинские с сыром за 379 рублей 470 грамм. Ну или, например, если для вас много 470 грамм, есть 460 грамм клинские, обычные. Вот. Ну и, конечно же, 470 грамм за 339 просто сливочные. Замечательная цена на сосиски, собственно. Как эти, я думаю, немногим по карману. Это замечательный папа может нас выручать 600 грамм за 300 рублей. Ну куда же мы без папы можем? Кто ищет, тот всегда найдет. Не зря такая поговорочка. Если представить, что я нашел просто за 179 рублей ближние горки. Ну все, главное, чтобы они не были просрочены. Хотя за такую цену, мне кажется, пофиг. Вот у нас с вами золотое наше маслечко. Тут над нами сжалились, поставили 319 рублей вместо 399 за 400 грамм. Масло, золотое масло, можно надпись вот здесь вот не сливочное масло, а просто золотое масло. Еще вот такое вологодское, прекрасное вологодское за 329, там 360 грамм. Сейчас посмотрим, сколько стоят наши замечательные тортики. Помните, я из своего детства помню, был такой замечательный торт. Чародейка он назывался. И он был вкусный, относительно недорогой, или можно сказать, что недорогой. Я его помню что-то в районе 113 рублей. Сейчас посмотрим, сколько он стоит и сколько средняя цена на торты вообще. Наша замечательная чародейка 359 рублей. 359 рублей за... такую чародейку. Москва 759 за 500 грамм. Да, Москва нынче подорожала. Такую Москву мы не любим. Но это еще не все. Есть классный выбор. Есть классные тортики. Вот такие вот замечательные по 1299 и по 1349. Вот такие замечательные тортики. Это если вдруг вам как бы Москвы за... 759 будет мало, то можно, собственно, вот такой замечательный тортик попробовать. Вот. Ну вот мы, собственно, добрались и до гигиены полости рта. Локалют очень хорошая. Так, пропустим. Локалючка очень хорошая. Вот 4 соточки за 75 миллилитров локалюты. Здесь невольно задумаешься взять 1,5 килограмма мяса или 75 миллилитров локалюта, но как бы зачем, собственно, нужно чистить зубы, если с такими ценами на еду просто скоро перестанешь покупать еду. Ну, короче, смотрите сами, либо 1,5 килограмма мяса, либо 75 миллилитров локалюта. Ну, это, конечно, ладно, я язвлю, есть еще колгейтик за 109, вот, и есть сплат за 119, поэтому выбрать есть с чего.
выбрать есть с чего. Выбор большой. Вот еще есть у нас такая, собственно, система Global White. Косарек без рубля, можно вот воспользоваться ей. Я думаю, она, наверное, автоматическая. Засыпаешь, и год можно не чистить зубы и не есть. Так, а вот у нас замечательный чесночок. 419 рублей за килограмм вот такого замечательного чесночка. Вот, супер. Что-то адекватное. Вот тут вот, короче, тушка за 148 рублей за килограмм. Здесь 2 килограмма. Итог, ну, по 150-300 рублей за 2 килограмма вот такой вот курочки. Пока, мне кажется, это хоть что-то. Но все равно 300 рублей за килограмм 922 грамма вот этой курицы. Сейчас возникла идея, что, говорит, скоро нам семена понадобится выращивать. Но я не думаю, что они так дешево стоят. Кто разбирается вообще, кто у нас огородники, скажите, нормальная цена за семена, удачные семена, редис 12,90. Или вот есть, собственно, что это, помидорки, вот такие замечательные помидорки. Вот они, 12,90. Но это по карте 12,90, так 15,90. Тут, собственно, все есть. Нахрена мы набрали целую тележку, если можно было семян взять и все прям себе, собственно, вырастить. Ребятки, ну и, собственно, с такой инфляцией, с такими ценами на продукты, мне, короче, даже, собственно, не стрёмно забирать свои 10 рублей обратно, кровно заработанные. Вот так. Какой можно сделать выбор, находясь, собственно, в продуктовом магазине? Все дорожает, дорожают даже семена, поэтому запасайтесь терпением, семенами. Получилось с вами три пакета продуктов, туалетка, 12 рулонов туалетка. Мы, короче, с вами потратили 4091 рубль, но у нас есть карта есть, и там что-то, какие-то скидки вот эти на желтых ценниках. Итог за три пакета продуктов, так сказать, не самых премиальных, мы с вами потратили 4000 рублей. Ну, как бы, много или мало, судите сами. Сегодня уже 7, показывает двойку, говорит, 7 марта, мы сейчас в перекрестке посмотрим, как изменились цены на 7 марта, на вообще продукты не только первой необходимости, а в целом. Так, а вот у нас зелень. Сегодня у нас, напоминаю, 7 марта, перекресток. Вот зелень у нас, короче, 259, 189, 219. О, что у нас? 239 рублей, это салат «Белая дача», 150 грамм. А вот еще смесь «Вита», пожалуйста, 259 рублей. Зелень у нас, наверное... Я не знаю, золотые руки выращивают эту зелень. Короче, на зелень цены у нас вот такие. Вот у нас тут есть 289 рублей тоже за вот эту прекрасную зелень. Салатик нынче нам будет обходиться зеленью не так дешево, как это было раньше. Вот у нас есть замечательная петрушечка. Сейчас 70 грамм этой петрушки стоит 59 рублей, 60 даже, или 69, это если без, собственно, без карты, да, но у нас есть карта, нам повезло, 60 рублей, ну, короче, 10 рублей за 10 грамм петрушечки. Раньше они стоили около 100 рублей, это вот фундук, да, около 100 рублей, сейчас они 100, ну, сейчас 150, да, там, без 10 копеек, то есть, ну, на полтинничек сверху прилетел, непонятно почему. А вот мы потихонечку приблизились к лечебным, так сказать, лечебным, я не знаю, даже корням. Вот у нас имбирёчек есть за 479 рублей. Слушайте, столько даже корни мандрагоры не стоят. 479 рублей за килограмм имбиря. Так, вот мы с вами добрались до цен на масло. И вот наша замечательная, Вологда за 269 рублей. Это по карте, ребята. Так она стоит 349 рублей. Наверное, ее делают на золотом станочке. Ну, вот еще есть 164, есть 214. Ну, короче, на 7 марта цены вот такие. Так, вот, короче, у нас здесь яйца есть. Яйца у нас 124 рубля, 114 рублей за десяток. 219 и за 20 штук лето. Вот есть яйца просто. И я не могу найти на них цену. Мы сейчас посмотрим... к аппарату пойдем пикнем, сколько они стоят, короче, посмотрим.
94 рубля 90 копеек. Ну вот, 10 яиц просто. Слушайте, на цены, мне на молоко, мне кажется, цены не поменялись, в принципе, да? Вот как бы там 99 рублей, что у нас тут вот есть 96, и еще вот есть у нас за 126. Вот, ну и формалат, собственно, столько стоит. Ребят, я вот еще одну тут нашел, холодильник с яйцами. Вот такие за 3 десятка стоят, сколько там, 224 рубля. Вот такие, поэтому еще есть у нас шанс продержаться на яйцах. Так, ну йогурты, собственно, йогурты. Я особо не любитель йогуртов. Вам, наверное, вот 69, 69, 37. Вы лучше меня, наверное, разбираетесь в йогуртах. Ну, как бы вот такие цены со скидкой. Вот такие цены у нас сейчас без скидок есть. Вот. Сейчас, короче, мы пойдем и посмотрим, сколько стоит доширак. Слушайте, цены мне на доширак, мне кажется, не поменялись. 54 рубля. По-моему, в последнее время они так и стоили. И вот еще 40 рублей за картошечку. О, вот мы, кстати, приблизились к сыркам. И вот, короче, я точно помню, вот эти сырки, это Ростагроэкспорт. Там еще на них всегда была акция, типа 4, ну, короче, 5 по цене 4. Они относительно недавно стоили там то ли 15, то ли 16 рублей. Вот, короче, сейчас уже по 20 рублей такие сырки стоят. Кстати, неплохие сырки, но теперь они стоят 20 рублей. Так, ну вот у нас такие цены на 7 марта на творог. 119 рублей у нас вот такой вот. Вот такой вот у нас 159, 109, 167. О, 279, нормально. Еще немножко и можно подумать, творога себе купить или 10 литров бензина. Вот такие 219 рублей. Ну, короче, творожок у нас стоит на 7 марта, по состоянию цены на 7 марта. Вот. Так, ребят, я вообще не пекарь, короче, и очень с рубщиком у меня как-то не очень. Ну, короче, цены на муку сейчас по состоянию на 7 марта как бы вот такие вот. Я не знаю, насколько там они выросли или, может быть, наоборот, упали. Но обычно у нас ничего не падает в цене. Ну, короче, вот такие вот цены на муку. Вот. Сами там, кто готовит, напишите, нормальная цена на муку или нет. Смотрите, ну, у нас еще есть сушки. Вот, короче, можно выбрать или взять 300 грамм сушек, или взять доширака. Вот. Уже как бы и то, и другое вместе взять не получится. Придется делать выбор. Так, а вот у нас на всякие рулетики, мини-рулетики и так далее. Вот, я не знаю, опять же, я их не покупал, просто делаю обзор. Вот такие вот, например, эта слобода, сколько она стоит, вроде шоколадная с начинкой, вот она, 199 рублей, вот. Как бы не знаю, ну, я не брал, вот мини-рулетики, вот 139, 7 Day, не знаю, сколько он, 144, мне кажется, на них цены не изменились. Но... А вот мы добрались до печенек, все помнят печенье юбилейное, вот такое шоколадное, оно обычно всегда было по, ну, типа, со скидочной ценой, сейчас оно стоит... 89 рублей. 89 рублей. Так. А вот мои любимые печеньки. Вот такие вот. Нормально. 49 рублей еще сохранилась на них цена. У них несколько видов есть. Мне везет. А вот здесь, кстати, юбилейные 232 грамма. А вот все, да, вот по карте есть, короче, цена на них 54 рубля. То есть по карте их еще можно взять за 54 рубля. Последний раз, когда я снимал Альпенгольд, там был скачок, там, короче, Альпенгольды стоили там что-то 60 чем-то, а цена на них была зачеркнута 100 с чем-то. Сейчас, в принципе, Альпенгольд вернулся в свою руку, он всегда так стоит, 49, и с ценой по карте, поэтому вот так. Кстати, Риттерспорт, мне непонятно, почему Риттерспорт, ну, в последнее время стоит таких конских денег, но 154 рубля за Риттерспорт, не знаю. Вы готовы отдавать 154 рубля за Риттерспорт, но это, опять же, не все вкус. Есть еще Риттерспорт за 89 рублей. Поэтому, короче, как-то так с Риттерспортом дела обстоят. Сейчас посмотрим, сколько стоит водка. Сколько стоит водка. Мне интересно, осталась ли такая водка Путинка. Мне интересны цены на нее. Сейчас посмотрим. А вы не знаете Путинка? Вот водка такая. Не знаете? Такой нет. А, нету, уже нет. Но была, да, по-моему? Не было такой? Путинки не было? А, у вас здесь не было, да? Я не понял. Видите, перекрестка не было.
Так, ну короче, я вижу здесь 5 озер за 369 рублей и беленькая за 320. Нет, беленькая 07 489 рублей у нас, мягков 399, хорд 449. Вот, если это норм, цены остались на водку, то норм. Если нет, не знаю, короче, ну типа я давно очень последний раз пил водку. Но есть, короче, белуга за 1749.07 и есть белуга 05.899 и есть еще белуга, зачеркнутой ценой 2.399 за 1479. Вот еще, кстати, абсолют есть, зачеркнутая цена 1299, стоит косарь 99, но это опять же зачеркнутая, я имею в виду, это у кого карта по карте, да? То есть на абсолют у нас 1099 рублей. Кстати, вот у нас здесь еще есть парламент, такой, у него просто невозможно с камерой. Короче, парламент вот такой на этом, на стойке на клюкве. Вот, 389 рублей. И я повторю, что употребление алкогольной продукции, спиртной, вредит вашему здоровью. Чрезмерное употребление спиртной продукции вредит вашему здоровью. И понятно, по каким причинам, я не показываю. А просто как бы своим жалом тут свечу и рассказываю про цены. Вот, не могу показывать, потому что я не рекламирую алкоголь, никогда его не рекламировал. Вот так. Ну, короче, про цены я вам сказал. Так, ну что у нас с вами здесь по сосискам? Вот есть по скидке 169 рублей, и вот наше замечательное сюсто. Когда я там неделю назад, или чуть меньше, делал обзор, вот они 349 рублей за сливочные, и по скидке я их, если честно, не вижу. Вот, есть у нас 330 рублей, есть у нас молочные за 259, вот такая вязанка. Вот, ну, 299 есть у нас, папа может. Ну, собственно, по ценам на сосиски... По ценам на сосиски понятно, особо акций-то и нету. Кстати, по поводу клинских сосисок, которые 349, там прилавок без акции, они стоят 349, а здесь есть у них акция за 179, вот. То есть клинские сосиски за 179 рублей за 460 грамм есть. Так, ребят, давайте посмотрим, что у нас там по колбасам. Ну, вот такие вот у нас, собственно, цены на колбасы. 119 рублей вижу вон за 100 грамм. Так, вот. Вижу 124 рубля. Вижу вот 174 рубля Останкино. Вижу вот 149 рублей за 100 грамм. Вон там у нас вдалеке есть даже 119. Ну, короче, на 7 марта состояние цен на колбасочку, собственно, вот такое. А, вот есть, кстати... 59 рублей по скидке, так 83 за 100 грамм, есть 97. Ну вот, вот, подорожали или подешевели, судите сами, потому что я в последнее время, уже давно мы колбасу не покупаем. Ну, не покупаем из-за того, что она не нравится, вот, из-за этого. Так, ну у нас с вами есть еще вот такая вот колбаска по 349 рублей за что это, за 110 грамм. 219 рублей по скидке, 228, есть вот такая за 439, соответственно, вот такое вот по колбаске предложение. Так, ну вот самое интересное, мы подошли к курице и мясу, посмотрим, что мы можем здесь взять, что у нас здесь есть. Вообще у нас есть за 259 вот такой вот свинина за килограммчик, у нас есть печень за 319. У нас есть какие-то цены за 739. Я такое не беру. Не могу себе позволить, вы можете. Вот фарш, короче, у нас 499 рублей из говяжьей, 329 есть фарш куриный, 339 есть свиной. Вот, ну и, собственно, там котлетки полуфабрикаты. Ну, собственно, так, что у нас? 319, вот есть... Печень говяжья, а вот 259 стоило 30, а за черную цена 389. Вот, по-моему, чуть-чуть поднялись цены, насколько я брал мясо. Так, ну короче, что мы с вами? Мы с вами добрались к хлебушку. К хлебушку, но вот есть 89, 91. Ну понятно, что давайте мы посмотрим, сколько стоит батон, да? То скажете, ты показываешь самый дорогой хлеб. Вот, батон нарезной, обычный. Здесь у него почему-то нет хлеб дарнинский, это не то 20 рублей, почему-то нет цены, но пойдемте к пикалке и узнаем, сколько он стоит. Я, если честно, всегда, когда не знаю, сколько стоит какой-то определенный там продукт, там, если этот батон,
я беру и подхожу к пикалке, чтобы проверить цены. Потому что та цена, которая на ценнике может быть, она, или, например, ее нет, она, где пикалка, о, она может не совпадать с ценой на кассе, и потом, короче, собственно, вам выкатить какую-нибудь сумму за продукты, а вы будете в шоковом состоянии. Короче, ищу пикалку, сейчас я ее найду и скажу, сколько вот этот вот стоит батончик. Ну, как бы он, по идее, должен быть самым дешевым. Так, ну вот, мы нашли, короче, пикалку. Так, сейчас мы... Сколько? 49,90. Батон нарезной. 49,90 рублей. Как там в том мемчике? Вроде бы ничего, а так-то нихуя себе. Короче, вернулись к этому батону. 49,90 он стоит, но есть еще другие предложения. Вот есть 43 батон нарезной. Есть 47, 43, вот обычный батон. О, вот батон, который производитель просто, такой бах-бах-бах-бах. Он стоит 16 рублей. То есть по хлебу есть выбор. Можно взять что-то за 16, можно взять что-то за 40, можно взять там за, что это, 27, батон нарезной. Но это, наверное, непонятно какой. Непонятно какой нарезной. Ну, короче, по ценам я сказал, вот и 43, кстати, ничего так. Это поляница черемушки 300 грамм. Это она? Она. То есть по хлебу выбор есть. По хлебу можно сказать, что... О, кстати, тостовый, 35 рублей, нормально. А, вот этот тостовый 104 рубля, но тут его и больше. Вот, поэтому, короче, с хлебом вот так вот у нас стоят дела. Харис, давайте посмотрим, сколько стоит. Ну, кстати, Харис 99 рублей. Кажется, нормальная цена на Харис. Вот, все, ребят, короче, все, заканчиваем на этом обзор. Это состояние цен на 7 марта. Вот, я ходил в Перекрестке, смотрел. То есть, может быть, опять же, они могут, скорее всего, будут отличаться завтра, послезавтра и так далее, да. В других магазинах они тоже будут отличаться. Я просто покупаю продукт в Перекрестке, мне так удобнее. И поэтому, собственно, сделал такой обзорчик по ценам, опять же, на состояние на 7 марта. Все, всем пока-пока. Буду рад там какому-нибудь лайку, репостику, комментарию и так далее. Знаете что, я все-таки решил упаковку клинских сосисок за... 179 рублей взять, пока они еще есть. Завтра может не быть. Все, всем пока. Мне кажется, продукты подорожали, блин. Я отберу. Такое ощущение, что, блин, подорожали, блин. Не знаете, вам не кажется, такое ощущение, подорожали, да? Вот я вот лук, картошку беру. Есть такое, есть. Да, потому что да, прям вот да. Что-то не те цены, смотрю, вообще не те. Так, не только вам кажется. Да, к сожалению, дорожают. А так незаметненько. Да, 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 по 100, по 50 рублей на некоторые продукты, да, я согласен с вами. И главное, не предупреждают. А зачем? Ой, не посмотрите, лук. Лук, лук 49,90 на весах 31. А, 31. 31, да.